Так, ребятки, всем привет, с вами Эйр, по-прежнему я с вами, и ДФС, и Татар, он же Дойче, готовы пулять любимыми генералами ядерных сил и токсинов. Так, ЛХФ. Дойче у нас сверху играет. Сверху Дойче. Токс и нюк у нас. Дядька ДФС. Печка-барак, здесь Равик пробегает первый. Поехал, поехал, поехал давить здесь Равика. Прям так и чуял, что он здесь есть. По изменению ландшафта можно, конечно, догадаться было, но... Ну. Задавил. Так, Дойче не отменяет. Здесь натыкается на Редварда, все убегает. Проверяет, так, центр. И... Дойче волнуется, не может. Не может никак решиться, строить ему что-нибудь или нет. Ну да, вовремя отменил. Надо было все-таки Рабонта убегать. В это здание. А, в это уже не сядешь. Ну, в общем, просто убегать надо было от этого красногвардейца уж точно. О, прошу прощения. Так, у ДФС 1900. 1900. Нет, не рандом играют. Строго выбрали армии. Готов, Гарри. И не долетела ракетка. За кучку спряталась. Техничечка. И по центру гонится, гонится, гонится. Специалик, ты уже с магазина вернулся, что ли? Ну, центр потихоньку... В оккупации будет держать уже, да? Татарчик. Дойче наш. А вот дядька наш. Пошел, пошел в пропаганду. 75% уже. Скоро будут оверы, ЕЦМки. О, дракон, вовремя, вовремя, вовремя здесь. Отбил БМом раба. Ну, все, и центр зачищен буквально. Вот эти кучки. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Бьют, бьют, бьют. По разным равикам бьет. Ну хоть добей. Вот этого добей. Добей, добей. И куда пошел? Эх. Мог бы двоих рабов отминусовать, но нет, так нет. Снизу уже ДФС подъезжает двумя танками. Просто разруливает. И дракон тут как тут. Да, нужно, нужно отбиться от этой атаки. Задерживает, задерживается. Нет. Не туда поехал ДФС. Ну, в принципе, все равно всех рабов накрыло. Кроме одного. Один остался жив. Течь проезжает, скрабик вперед. Все отлично. Все отлично здесь пока. Дочь отбивается кое-как. Ну, живет, живет, живет. Вышку уже захватил лотосом. Здесь уже лотос у китайца. Все, окружай, окружай. И квадом сразу наезжай. Эх. Тель же потеряется.
Но что ж ты не проехался? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И рабы просто так минусуются. Этих спрятал, эти новые сейчас будут выходить. Очень, конечно, классно сделал. Этих спрятал рабов, а новые все равно выходят. Слышим, слышим, еще захват. Лотос приближается. Не, собирают с одинаковую скорость. Просто ходить будет медленнее. Так, уже 90%. И пошел, пошел перехват. Ух ты, как оно. Так ходить-то тут некуда. И эти два овера просто... Просто раскрушили все. Равик под колеса лезет. Под гусеницы. Все уже здесь суплай, в центре Гэтлинг построился. Хеликс даже Эрфилд тогда не заметил. Ну, смотрите, вот, спокойно. Спокойно у Дойче все минусуется. Три Скорпа вряд ли что уже сделают. Бэма разве что могут минусануть. А, вот тебе с воздуха привет. Нет ни одного противовоздушного юнита, одним хеликсом. Можно даже было пробосить Дойче. Нас разгромили. Вот такие вот дела. 1-0 в пользу ДФС. Так, ждем, когда создадут игроки следующую игру. Дойч проиграл, значит, его очередь выбирать карту. Нужен. Да, там дворец уже давно был. А, о, видел, создали. Эх, как долго тут что-то на голе грузится все. Может, схамачить, взять и выйти из gzh.ru? Может быть, это поможет. Так, снова токс. Видим токса. ДФС. ДФС опять ядер берет. Думаю, все игры такие будут. Forgotten Air Battle. Тот же самый лес зимний. Зимняя версия забытого леса. Кто сверху? Сверху снова Deutsche. Снизу. Слева снизу. ДФС своим нюком. Посмотрим, как в этот раз распорядится своими ядерными силами и химическими силами генерал. Так добежал Рабик, очень далеко, но зато сразу собирать будет неплохо. В принципе, норм. А я, да, заходил в другую комнату.
Все равно не было. Опять заходил в другую комнату, все равно не было. Просто подождать надо было побольше еще. Почему-то так. Блин, когда создавал карту, думал, как тут луга сделаны были. Дорогами, оказывается. Так, один завод. Туда-сюда. В этом здании что, дискотека? Басы какие-то доносятся. И БМом первым туда заезжает. ДФС, ну-ка, ну-ка, отменить, нет? Нет. Аркетчик сколько может забрать? Ну, может быть, раба. Так. Придачу вот тебе рабика забрали. Так, наверное, за вышку лучше было бы заехать. Но предпочитает спасти и... Вау. Вау, спасается. Нет. Уже этот танк гуф. Ну, мочкануть-то там на... Боялся, давайте. Еще и ракетчик. Ну... Так давно надо было бы так тогда сделать. Побоялся ракетчика потерять. Вау-вау-вау-вау-вау. Куда забежал рабик-то, а? Ну и дозер тут рядом. Можно было побежать дальше рабиком, наверное. Здесь построить норочку. Или здесь уже вовсю строить. Увидел ДФС вперед. Это место и... Жазить, подавить, да, подавлен был. Проезжает здесь течь. Из домика был солдат выкурен этим драконом. Минка, 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 минка. Нет, нету минок. Все, ожидал, думал, сейчас миночка будет, да нет. Ой, ну один дракон же всегда в лузе, надо было за домик заехать. Так, проехала здесь течь, что-то посмотрела, что как дела, и... И просто сваливает. В центре уже забункерился, неплохо так. Когда уже захват будет вышек, все ждем, ждем, не дождемся. В этот домик явно нужно кого-нибудь. О, лотос выбежала. Готовится Эрфилд. От ДФСа, ну от кого же еще? Ведь угла Эрфилда нету. О, вовремя, вовремя захотел, да, в домик залезть, но дракон! По дракону все лупится. Выкурится, нет, этот огонь. Нет, этот. Все, отлично. Течь, течь, виден, лотос. Мочи, мочи ее, как сможешь. Если машинка... А, без радара играет, да? Ой, ДФС, Дойче. И свой ребель выходит. Здесь и здесь. Ну, первую вышку захватил ДФС и получил лишний косарь. Косарь лишний не бывает. Да, здесь готов уже был засесть, но так и не засел. Овер вперед, лотос вперед, и здесь воздух. Привет с воздуха. Не успел ДФС отменить захват. Убьет вышку или перехватит, лотос-то есть рядом. Прям обходит как-то сверху. Ну, овер. О, увидел. Чуть, конечно, запоздал, но все же. Лучше сейчас, чем никогда. Ой, ну, стадо баранов просто сейчас копилось. Ну, Хеликс тут, конечно, не вовремя. Не вовремя здесь Хеликс. Думал, как будет лучше, а нет.
Так почему? Почему? Почему не добил? Снизу еще выпад сделал, дойче. Так, вышку здесь и здесь отхватил. Да, до сих пор она его. Дракон даже зажигать не хочет. А где лотос? А где лотос? А лотос. Вот она куда забегает, лосиха-то. Завод быстренько захватить, чтобы дочь продал. Или, возможно, же не продал. Посмотрим. Успеет, не успеет продать. Квады еще наверх бегут. Нет, остановись. От взрыва. От взрыва может девчонка сейчас пострадать. А, нет. Не было ракет. Достреливает. Во. Лосиха минусанулась. Овер минусанулся. Все. Угроза. Угроза пока только вот одна, да? И вот она вторая. Правда. Две угрозы еще остались. Дойче. Ну, с драконом здесь должен справиться. А вот с овером, с овером. И с овером справится. Еще лучкованная течь есть. Ну, пострелять-то. Все. Просто зараза решал. Командник нужен ДФСу. Повышение. Почему не сжег-то? Дракон здесь был. Лотос рядом еще ходил. Могу перехватить. Нет, оставил же вышечку. Так, а что парень здесь хочет делать? Непонятно. А что он тут вообще делает? Снова воздух. Течь. Ой, только не потеряй, дочь, течь. Нет, сейчас течь же потеряется. Увози. Ух ты, выпад делает. Как рискованно это было. И... Что, только одного квада, да, потерял? О, ну это, конечно, хороший размен для дойчи. Повезло, что не было произведено выстрела ракетчиками из самолета. Из вертолета, то есть. В тот момент, когда сделал выпад дойчи. Так бы такую бы ораву потерял уж точно. У ДФС сейчас почти 2000, нет. Даже больше, 2100 и 42-42 у Deutsche. 4000. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бережет этот убер-юнит. Очень хорошо всех бьет, но хп у нее, конечно, мало. У этой течи. Вот, можно спокойно сюда минусовать печку, по экономике бить, но не делает этого дойче. Балуется течь. Ох, из-за угла просто вкарабкивается. Квады делает. Правильно ли это? А правильно, смотрите, еще готовит авиацию. Еще готовит авиацию ДФС. Овер здесь сейчас задавит танчик. Нет, проехал. Половина танка раздавлена, это не в счет. Ох, сейчас сам же поранится. Тут немного, но поранился. Уходит, а то двухдульный танк же умеет давить технику. Просто напрочь. Эх, промахивается ДФС, просто отступает. Да, просто отступает. Собирает с собой одного еще квада. Еще один подъехал. Ой, как неудачно тут встал. Просто линии. Так, перехват вышечки был. Где лотос-то? Где лотос? Лотос. Потерял лотоса. А, вот, она уже сюда перешла. Сверху захватил, теперь снизу мог бы дойч атаковать, что ли, вышечку. Переходить надо. Где дворец? 3000 есть. Так в курсе, не в курсе. Разведывал. Должен знать. Ёлки-палки. Должен все знать. А, лотос тут переходит прям. Мимо Рабика. Рабик слепой. Не увидел. Не увидел из этой кучки, которую несет этого лотоса. А вот овера видит. Ну, конечно, такая большая громадина. Тяжело таких толстых танков увидеть. Не увидит, то есть. Делает снова перехват. Ну-ка, выпад. Грандиозный выпад. Покажет? Нет, не покажет. Ракетчики в домике сидят. Отгоняет Ликса.
73% норка и... Не останавливается дочь. Идет дальше. Так, здесь нагоняет. Течь, течь, течь. Надо беречь. Течь-то надо беречь. Ну. Что тут? Сколько квадов-то? Как сильно боится авиацию, ну. 5 квадов в одном месте. Ну, как-то это... Как-то это, ну, не то. По-моему, 2 хеликса можно спокойно. Даже и пехотных. 5 квадов это вообще... Куда столько 5 квадов? Я не понимаю. На одну точку. Ну все, зашел внутрь. Ремонтирую. Вторую норку можно строить. Вот сюда вот. Да, вот сюда вот. Поближе к домикам, чтобы если кто туда засел, сразу можно было писануть. О, черный лот захватывает. Перехватывает денежку. И еще вот так накрывает. О, полетело, полетело, полетело. Раз, два, три. Какой везучий. Ты что такой везучий, а? Смерть перелетела просто перед глазами. Пролетела мимо этого танка. Повезло, повезло. Так, направляется в домики. Ну, зачем в дальние? В ближние надо. Зачем туда-то? Лечение забыл, да? Улучшение сделать. Даже и не посмотреть нигде. Только аутпост нужен, чтобы узнать, выучено ли лечение, либо нет. На центре пропаганды. Или саму пропаганду строит. Но не строит ДФС пропаганду. Почему-то вот такие вот башенки. Не до этого. Не до этого. Ну, заходи в норку. Отсюда. Пешком бы дошел. Ох ты, ну тут гатл прям просто... Просто вовремя ловит. Нет, не ловит. Не ловит. Обратно, обратно. Увидел, увидел, татарыч. Ну все, можно идти теперь. Но снова по-прежнему здесь напор. Напор идет. Эх, ну вот, минус просто. Почему не здесь? Почему не здесь были ракетчики? Я не понимаю. Почему именно сюда? Они же не будут стрелять, если кто-то по центру зайдет. Два домика мешают. Где здесь Ребель был? Сюда он, по-моему, должен зайти был. Или он уже тут благополучно был слит. Сколько там? Два ракетчика, да? Все, очистил, очистил здесь ДФС. У татара сейчас 2000, 2000, буквально ровно 2000 было. 2300. Ждем рынок, первый рынок. Вот он, аутпост. Слушайте, а нету. Даже так не видно, получено ли улучшение или нет. Течь тут проезжает. Вот давно надо было что-нибудь такое сделать. Наглое. Ну только не на минки. Только на минки не надо лезть. Дозер минусует. Ой-ой-ой, Хеликс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пропаганду надо было бить, она хрупкое здание считается все-таки, чем завод. Да и вообще, по-моему, самое хрупкое здание, да? Просто все в нее втулять, даже не обращать на Хеликс, думаю, мог бы и завалить. Но решил дозера отминусовать и побить по этому самому, как его, по заводу. Еще одну вышку перехватил. А, нет, они и были перехвачены, что я собрался здесь. Собрался я что-то в последнее время. Ну, блин, отступает, отступает, дочь. Дает позиции обратно. Рынки, только рынки спасут. Большое количество рынков. Перехватывай сразу. Зачем куда-то сюда собираться? Есть возможность, перехватывай. Ну, вот, вот что, зачем ждет, дочь? Не знаю. Забыл, забыл, скорее всего, просто. Не думаю, это перехватит совсем. О, какой Николаюшка, а? Крутецкий. Хочет танком отступить, но... Нет. Ловит его. Думал. Думал, дойч, что... Вот он, мой момент. Сейчас такой камбэк сделаю. А нет.
Просто Николай слил буквально. Но все же овер. Сколько стоит у Нюка? 2000, по-моему, да? 2000, Коля, 1500. 500, в принципе. В принципе, сэкономим, ладно. Так, пошел перехват. Хеликс, Хеликс, квады, квады, где квады? Только одни квады нужны здесь. Но! Но, квады! Квады где? Эх, здесь вряд ли успеет. Успел вышку перехватить. Зато успел вышку перехватить. Кто тут сверху? Тоже Ребель. Тоже Ребель хочет перехватить вышечку, вот эту верхнюю. Никто из игроков не уничтожает вышечки или сейчас будет бомбить. Лотос бежит вышку перехватывать. ДФСа 7700, 50. 2888. Строим Китайскую империю. 2. Аж целых 2. Дозер рассказал. Ох, сливается, сливается. Дойче. Были у него потери с этими ковровками и командировочками. И также вышки свое сделали дело. Снова повышение. Вот оно летит на мини-карте. На дворец. Скорее всего, это на дворец, потому что обычно любят кидать на дворец. Потому что стопроцентное попадание просто от таких арт-ударов. Отстреливается. Здесь перехватил вышечку. Ну, наверное, лотос бежит обратно к этой вышке. Где она? Где она? Где она? Где она? Потеряли девочку. Мы девочку потеряли. А, она деньги тырит. Она деньги тырит. Все нормально. Нет, здесь не осталось. Здесь тоже не осталось. Вот у дочи осталось. И даже чуточку тут. И вот еще кусочек. Вон где... Крамсает, а? О, если Хеликс... Нет, не сбился. Тогда будет перехвачен, наверное. Вот эта сила. Фест куда улетел-то? Перехватить все-таки свой танчик занять-то надо. Отстреливает один и... А почему с этим... Ой, пустой бас, что ли? Ну, это чуть-чуть как-то несерьезно. Пустые басы гонять. Ой-ой-ой-ой. Кто-то что-то сбрасывает. Это, скорее всего, минки. Минки летят. Нет, это не минки. Уже 5-й уровень повышения есть ДФС. Вот это да. 4 минуты осталось до запуска ядерной ракеты. И летит ковровочка. Ковровочка. Сами понимаете, куда. Ох, не отхватил ДФС. Вот эту штуку. И вовремя Рабик бежит, да. Сразу захватывать. Эх. Надо было вперед, да, этими квадами. И можно было сбить данное повышение. Но не сделал этого. Сколько уже ДФС здесь денег набрал? Уже по 200 кромсает. На нуле, на нуле. Продайте уже этот суплай. Кто-нибудь. Вместо дочи. Помогите дочи продать суплай. Так силы тут больше, чем... А, ну, миги, миги, миги. Ядерные миги, это, конечно, больно. Во-во-во, полетел все. И только 2 овера осталось, то они раненые. О, еще этот. Еще и этот писающий мальчик остался, но уже все было потеряно. Так, это у нас, кстати, Гатликс. GG.
И сдается. Сдается Deutsche. 2-0. Нас разгромили. Девяносто одну тысячу накопил ДФС Татар, он же Deutsche, накопил на 20 тысяч меньше. 71 тысячу. Так, две игры уже было сыграно между ДФСом и Deutsche. Текущий счет 2-0. 2-0 в пользу ДФСа. Нюк пока что круче. Круче этого Токса. Селектит, потому что игроки армии. ДФС играет строго нюком. Deutsche строго Токсом. Ну, возможно, сейчас возьмут и что-то поменяют. Ну, хотя, насколько я понимаю, не до конца этой встречи будут играть именно такой матчап. Только на разных картах. Deutsche против ДФС. 2-0, 2-0 в пользу ДФС на данный момент. Так, ждем Deutsche, выбирает он карту, все думает, думает. Никому пока не известно, какую карту охота взять. Так, и долго ли мы будем ждать Deutsche с его выбором? Зашел ли он вообще? Ну, цвет как бы поменял, вроде бы как зашел, значит. Так, Гатуз тут отписался. Попробую тоже ДФС завалить. Он за мэп выбрали карту, насколько я понимаю.
Так, да, Фейс сменил карту, что-то пропал. Фрог принц ставь, пишет татар. Нечего какие-то он за мэпы, да, ставить. Фрог принц у нас все-таки. Наконец-то, наконец-то. Снова ядер. Ядер ДФС и снова токс. Сверху токс у нас, дойче, и снизу как раз таки дядька ДФС. Китайский генерал ядерных сил. Два дозера делает. И раз, два, три. Ой, сбился. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 6 рабиков. 6 рабиков выбегают в начале. Ну, точнее, 5 выбегают, а 1 дается. Таков старт, в общем, коробочка. Вроде идеальная, да? Прям чики-пуки. Настоящие чики-пуки. По правому флангу и по левому рабик бежит. Но по центру. Обычно еще и по центру бегают. Где-нибудь здесь. Делают что-то плохого. О, для тех, кто не знал, кстати, вот этот сортир может садиться, он довольно крепенький, кажется. Это очень странно, но сортир настолько крепенький, что даже если чуть больше ракетчика засадить, то он вот это здание может полностью убить. Так, ну да ладно, здесь обороняется Гэтлинг пушкой. БМ ядерный с одним заводом играет. ДФС с каких-то времен. Вдруг подрыв завода будет, а? Что тогда? И сразу здесь центр пропаганды. Ну, это вообще наглость, слушайте. Просто ва-банк идет. Здесь чинит вышечку. Ну все, хватит, в принципе, чините. Она и так уже будет хорошо захвачена. Так, высаживается. Но-но-но-но-но-но. Чуть ближе, чуть ближе, чуть ближе надо подойти. Чуть-чуть ближе ты можешь подойти. Тут пушка-то не дострелен. О, заранее здесь готовится. Готовится к атаке, дойче. И барак сразу так строить, чтобы лота захватил. А вдруг лота с обратно не выйдет? Вот прикол будет, да? Придется продавать барак этот. Так, затащил, да? Куз горем пополам. Троих ракетчик потерял. Ну, стрелять-то надо было. Ну, не просто же идти, а? Что за ракетчик такой, бестолковый? Так, здесь отминусовал. Течь, да, поедет брать? Течь поедет брать, та самая течь. Скрафик взяла, отлично. Вот и лотос убегает. Вышечку захватывает. Дозером, да, быстренько, быстренько, чтобы не подходил больше никогда. А то еще взорвется.
Когда вышка захватывается, видите, здесь бомбочка есть. Взорвется. Куда дозер поехал? Ох. Все норм. Ну и также сверху. Логично. Так, а дочь у нас что, не знает про минку? А захват-то выучил уже? Да, захват уже выучил, красавец. Ох, всю мусорку давит, ну, свинячая. А вот, как и говорил, не получилось, да, не получилось здесь. Заезжаю здесь. Сам Татарыч в капкан, просто себя в капкан поставил. Ну все, никуда не выбраться. Никуда не выбраться. Ну, теч, смотрите, как раздает, а. Не, не щадит она. Так, ну что, минус дозер здесь был, да? Вполне такой большой ценой, ну, пойдет, пойдет, пойдет. Для дойча. Плохой размен. Командника все равно пока нету, надо будет как-то дозера. А вот плохо, что именно здесь... Airfield строит, а не командник, потому что командник придется строить где-то за готлом. И будет момент рискованный, чтобы дозер потерять. Все, 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 сваливает, сваливает. Сваливает ДПС. Эй, вышку-то отхватите все-таки. Все-таки-то надо отхватить вышечку. О, сейчас пушку захватит по центру. Единственная пушечка есть на этой карте по центру. Строго по центру будет пулять. Высаживай, высаживай, высаживай из домика. Высадил. Все, засаживай обратно. И втуляются ракеты. Вражеским овером. Неплохо где-нибудь уже суплай настроить. Да и вышку захватить. Ну, вышку вот бежит, бежит, бежит. Захватывать. Если у нас кто-то спрятался. Рабик, рабик здесь, смотрите. Опа, расчистил. Расчистил лес. Сейчас будет строить здесь норочку, да. 20% уже. Ух ты. Тут уже бандур нельзя, да, дропнуть, кстати. Не припомню, чтоб ее можно было дропать. Чтоб ее кто-то вообще дропал. Отхватывает Deutsche вышечку. Будет сейчас у него 3000. Где второй завод? Где? Где что-нибудь? Здесь supply? Ну, что-нибудь, что-нибудь, куда деньги вложить. Неужто сразу хочет? Нет. Что-то здесь норку построил. На норку, да, потратил. Бей, 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 куда уехал, квад? Убивается лотос, но... Нельзя, да, друг? Почему-то так и думал. Ой, 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 ой. Здесь где-нибудь надо барак строить уже. Так, здесь завод. Устраивается. Что будет только... Ну, и думаю, бесполезно это дело. Все-таки одна ЭЦМ-ка от 5 ракетчиков хорошо защитит. Просто так 5 ракетчиков слилось. Нашел, где строить тоже Deutsche казарму эту. Здесь надо было строить казарму. Или завод строит. Ладно, два завода. Где еще тут вышечка? О, вышечка, суплайка. Давно пора суплайку где-нибудь еще в центре строить. Столько денег у Deutsche, и никуда он их не вкладывает. Это уже продать надо было, и вот здесь два суплая. И еще пара где-нибудь тут желательно. Залетает, залетает, залетает. Отсюда и отсюда потом. Бах, нет, не хочет. Не хочет этого делать, Deutsche. Ленится, ленится Deutsche. Ох ты, сейчас бабахнет танчик. Танчик, танчик подсовывается. Живет танчик. Нет, не живет уже танчик. Накрывается. Все накрывается.
Так, ну тут все минусанулось уже. У Дойчмана что-то как-то совсем вяло. И что, послушайте, один раб остался? Хо-хо-хо, один раб остался. Ну, в норку, да, забежит, наверное, отсюда выбежит. Здесь сплэ построит, наконец-таки. Нет-нет-нет. Вверх побежал рабик. Ты что? Последний рабик и наверх бежит, ну. И решается тоже атаковать противника. Ой, овер, сейчас просто заедут и минусанут одного квада точно. И на минке заехал. А, все, минус два сразу. Подъезжают к заводу, мочат завод, все. GG. И Deutsche, в общем, выходит, насколько понимаю. Что ж, 3-0. Попробовал бы мародеров. Ну, надо там скрапы, да, подбирать. Вот, кстати, где командник был построен. Ну, в общем, вышел ДФС, вышел Татар. И ясное дело, что это 3-0.